Всем приветики. Пришло ко мне из Китая такое реле. Реле времени. В обычном пакетике было бы, что он без пупырки. В поролончике внутри. Там больше ничего нету. Ну и в таком антистатическом пакете. На нем еще что-то написано. Какой-то серийный номер и дата изготовления. 19 декабря 2020 года. Ну и вот оно, реле времени. Здесь как бы что? Delay controller. Контроллер задержки. Модель такая-то. А здесь еще крышечки идут в комплекте. То есть можно... То есть ты здесь сверху откручиваешь, подсоединяешь сюда, правда, закручиваешь и сверху, в принципе, закрываешь крышечкой. Нормально, красивенько, приятнее, чем когда просто плата. Здесь, ну, где-то здесь вход, где-то выход. Я уже не помню. А вот выход. Сюда вход, видимо, да? А, или нет? Сюда входит от 5 до 30 вольт, а отсюда выходит, что ли? А здесь, короче, блин, я не помню, надо смотреть инструкции, я не помню, честно, вот, правда, не помню. Так, на вид оно все вот такое новенькое, красивенькое, здесь даже пленочка какая-то видна, которую можно содрать, в принципе, будет, хотя можно и не сдирать, чтобы экран не царапался. Ну, вообще, корпус такой классненький. То есть, есть просто платы там на Али, а есть с корпусом. С корпусом, конечно же, красивее и приятнее. Есть такой экранчик, здесь вот установки, стоп, поменять параметры. Ну, а дальше, надо смотреть и разбираться. Ну, да, в общем, глянул на страничке на Али, там сюда приходит верхние два питания, а из нижних выходит. А сюда триггер-сигнал написано. То есть какой-то типа сигнал, который либо дает какую-то команду, видимо. То есть сюда питание пришло, а сюда оно вышло. И оно, типа, ты задаешь, когда оно будет включать устройство на выходе, а когда выключать. Ну, либо по какому-то сигналу. То есть если где-то какой-то датчик сработал, допустим, он дал сигнал, и оно включилось там, допустим. То есть, либо, наверное, по времени, либо по какому-то сигналу срабатывает. То есть, задаешь время, время прошло, сработало. Потом время прошло, выключилось. Ну, то есть, время пришло, включилось, время пришло, выключилось. Либо если по сигналу там включило, либо по сигналу запустилось время, прошло, выключилось. По сигналу время прошло, включилось. Ну, короче, как-то так. Надо, короче, разбираться. Вот. Такое вот реле. Ну, как-то так. На этом все. Всем покедова.